Сейчас ему 57, и он вернулся в Россию, чтобы стать знаменитым актером, хотя его жизнь в США удалась. Он в разводе и даже недавно узнал, что стал отцом внебрачной дочери. Как сложилась судьба Александра Дьяченко? Высокий, статный, красивый и обаятельный, он с детства занимался спортом, но выбрал для себя техническую профессию, как и его отец. А в начале 90-х отправился в США в поисках лучшей жизни. Александр получил актерское образование в Соединенных Штатах Америки и даже служил в Чикагском театре. Но на жизнь зарабатывал другим. Он стал агентом для нескольких российских хоккеистов, а параллельно занимался музыкой, ведь с детства сам играет на гитаре и сочиняет песни. А вот слава нашла нашего героя именно на родине. После участия в картине Игоря Балабанова «Брат 2» Александр проснулся знаменитым. С тех пор Дьяченко стали часто приглашать в кино. В данный момент Александр имеет двойное гражданство, но сейчас живет в родном Питере, а о своей личной жизни не говорит. Он даже не опровергает ту информацию, которая время от времени появляется в СМИ, а ведь пресса приписывает красавцу мужчине многочисленные романы. Сам Александр Дьяченко признался в передаче «Судьба человека», что был женат. 9 лет продолжался его брак с девушкой в США, но после успеха в России актер стал все чаще и чаще посещать родину, а отношения супругов стали охладевать. Что сейчас происходит в жизни Дьяченко, тайна за семью замками. Актер активно ведет социальные сети, но выкладывает только свои фотографии и кадры со съемок. А в сети Инстаграм недавно появилось фото матери Александра. В посте артист попросил помолиться за его маму, так как женщина попала в реанимацию с инсультом. Есть ли дети и законная жена у Александра Дьяченко, достоверно неизвестно. Сам он ничего не говорит по этому поводу, а вот появление у него внебрачной дочери расстроило актера. Дело в том, что на телевидении в передаче «Говорим и показываем» появилась женщина, которая утверждала, что родила от Дьяченко. Александр был поражен тем, что якобы мама его дочери пошла на шоу, а не связалась с ним лично. Чуть позже детектор лжи установил обман. Вот такая яркая судьба у Александра Дьяченко, который смог пробиться в США, но выбрал родную страну. А вам нравятся фильмы с участием этого талантливого и обаятельного красавца-актера?